Дамы и господа, приветствую вас на программе Фестиваль Маны. Как вы знаете, мы начали новую серию, в которой все проповеди разные. Эта проповедь называется Когда ваш враг использует новый меч. Когда ваш враг использует новый меч. Библейский текст, откуда я взял эту тему, находится в Ветхом Завете. Это история о Давиде и о том, что с ним произошло. Многие из вас знакомы с этой историей, но я хочу показать вам в ней нечто интересное. Мы поговорим о том, как враг пытается использовать разное оружие против вас, и что вы можете с этим поделать. В Ветхом Завете есть история, которую вы, наверное, слышали с детства о великанах, которые существовали в земле обетованной во времена Давида. Там были Гриаф, Лахмий, Есвий, Сав и великан из Гефы. Все это записано в вашей Библии. Кажется, что Голиаф был самым старшим из пяти великанов, и у него был меч Янака. Об этом мече есть много легенд. Еврейская энциклопедия считает, что это был меч с золотой рукояткой и драгоценными камнями. Это был особенный меч, который вручался главному великану в земле обетованной. Рост Голиафа был где-то между тремя с половиной и четырьмя метрами. Это означает, что он был значительно выше Давида. Как мы уже говорили, ранее такие великаны действительно жили когда-то на Земле. Давид взял этот меч и отрубил Голиафу голову его же мечом. А много лет спустя Давид принес этот меч в родной город Голиафа. Его закрыли в тюрьму и могли даже казнить, но он притворился сумасшедшим и его отпустили. Очень интересная история. Спустя много лет после этого мы читаем о том, что в той земле остались еще четыре великана. Давид пошел воевать с ними и сказано, что один из великанов имел новый меч. Давайте прочитаем это и открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Арифаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Обратите внимание, у великана был новый меч. Как я уже говорил, великаны исторически жили на святой земле. Именно они мешали израильтянам войти в землю обетованную еще со времен их исхода из Египта. Давид сражался с Глиафом, когда ему было около 17 лет. Тогда он бежал на великана, а сейчас он бежит от него потому что сейчас он уже старше. С возрастом он был уже не таким сильным и не мог сражаться так же, как в юности. Можно сказать, что он измотался, делая добрые дела. Он даже сказал, «Хотя я помазанный царь, но сегодня я слаб». Итак, новый меч стал заменой того, что отобрали у предыдущего великана, Голиафа. Как же Давид победил в этом сражении? Ведь Писание говорит, что этот великан очень близко подошел к нему. Давид получил помощь от своих молодых воинов. Это были юноши, которых он поднял и научил сражаться за Израиль. Они были быстрее и сильнее Давида. И именно благодаря этому они, вернее один из них, убил Иесвеян. Так жизнь Давида была спасена. А его дни продлены. Новый меч, который был у этого великана, был очень похож на старый меч. Меч есть меч. Однако этим еще никто и никогда не пользовался. Иными словами, это было новое оружие, которое выглядело как старое. Можно сказать так, это было новое оружие, используемое по-новому. Но в то же самое время это было старое оружие, потому что мечами пользовались тысячу лет, но этот меч использовался по-новому. Тут есть кое-что, на чем я хотел бы сконцентрироваться в этом выпуске. Это будет совсем не то, что вы думаете, я вам это обещаю. Вы все увидите, когда мы дойдем до кульминационного момента. Итак, какой главный новый меч использует враг? Это старое оружие, которое существует уже давно, но он переделал его для нашего времени, для того времени, в котором живем мы с вами. Давайте посмотрим, что общего во всех появлениях врага в Библии. В Бытии 3 главе 1 стихе «Сатана в виде змеи приходит в Эдемский сад и задает Еве вопрос. Разве Бог не сказал?» И он начинает ставить под сомнение то, что Бог сказал той паре. В Исходе 5 главе 22 стихе Господь просит Моисея Пойти и сказать фараону, отпусти мой народ. А затем Моисей говорит Богу, зачем ты послал меня к фараону? Он меня совсем не слушает. В 77-м псалме сказано, что когда израильтяне были в пустыне, они впали в неверие, потому что спрашивали, может ли Бог накрыть стол в пустыне? Зачем? Он привел нас в пустыню умирать. В начале книги Иисуса Навина. Господь обещает израильтянам, что будет с ними, куда бы они ни пошли. Бог сказал Иисусу Навину: «Как я был с Моисеем, так же я буду и с тобою». Израильтяне уничтожили Иерихон. Его стены пали сверхъестественным образом. Там они все сделали правильно. Но когда пришли в город Ай, который был значительно меньше, то не просто проиграли сражение, но и понесли потери, и Иисус Новин взывает к Богу. Почему? Боже, ты нам не помогаешь. Конечно же, Бог сказал, что проблема не в том, что Он не помогает, не в Нем самом, а в одном из мужчин из народа, который взял заклятое серебро и золото и спрятал их у себя, хотя Бог просил не делать этого. Его непослушание стоило израильтянам победы в сражении. А в книге Судей, 6 главе, 13 стихе, пожалуйста, слушайте меня очень внимательно, Бог называет Гидеона сильным и храбрым воином. А тот отвечает, если Бог с нами, так почему мы не видим никаких чудес? Где те чудеса, о которых рассказывали нам наши отцы? В Евангелии от Марка, 15 главе, 34 стихе, Иисус задает вопрос, ⁇ Отец, почему ты покинул меня? ⁇ Не знаю, уловили ли вы что-то общее во всех этих стихах? Но прочистите свои уши и послушайте меня очень внимательно. То, что враг и все его царство тьмы делает по всему миру, а не только с христианами в Америке, то же самое происходит в Канаде, Латинской Америке и по всему миру. Во всех тех примерах присутствовало слово ⁇ Почему? ⁇ Почему нет чудес? Почему ты послал меня к фараону? ⁇ Разве Бог не сказал? Иными словами, возникает вопрос, который создает некое сомнение. Давайте я скажу это еще раз, потому что это важно. Во всех этих библейских примерах общее звено это слово почему. Но в других примерах, которые я тоже мог бы показать вам, почему, указывает на вопрос, а также на некоторые сомнения в Божьих целях. Или лучше сказать, почему Бог это допускает. Перед тем, как сделать следующее заявление, я хочу сразу же сказать вам, что есть вопросы, на которые мы не можем ответить. Есть события или происшествия, которые мы не в силах объяснить, но мы хотим ответов. Нам нужны знания. Мы не хотим оставаться в темноте. Если мы не получаем ответов от Бога или из Библии, то если мы не будем осторожны, это может вызвать злость, обиду, разочарование, а затем и сомнения в Боге. За прошлые два года поднималось множество вопросов. Я хотел бы поговорить об этом сейчас. А вот что говорили люди последние два года. Почему Бог допустил чтобы я остался без работы из-за этой ситуации с вирусом. Я же верующий и приношу десятину в церковь. Почему же Бог позволил этому произойти? Почему Он не защитил мою работу в этой ситуации? Почему бизнес, который я начал перед этим вирусом, должен был закрыться. Я же верующий. Разве Бог не должен благословлять мои руки и мой бизнес? А еще... Очень многие люди спрашивают, почему мой пастор или кто-то из моих родных умер, хотя мы молились и постились за то, чтобы он выжил. Люди говорят, я плачу десятину, но я не вижу никакого прорыва. Почему же я не вижу прорывов? Хочу рассказать вам одну историю. Я мог бы дать вам множество ответов на разные почему, но вместо этого... Хочу рассказать вам интересную историю. У меня есть друг, пастор из Техаса. Если он смотрит эту программу, то знает, что речь именно о нем. Его дочь была на борту маленького самолета. С самолетом что-то случилось, и он упал, а его дочь умерла. Конечно же, если ваша дочь еще подросток, вы планируете ее будущее, думаете о дне ее свадьбы, о будущих детях, но когда вы понимаете, что ничего этого не будет, это огромный удар. И этот человек сам рассказывал мне, что когда все это произошло, ему позвонили из знакомого ему служения Орела Робертса. У Орела Робертса тоже сын и дочь погибли в авиакатастрофе. Если семья Робертс смотрит нас сейчас, то Простите, если я что-то напутал, но если я правильно помню, то они летели в Колорадо, на лыжный курорт. Их самолет разбился, они погибли, но у них остались дети. Итак, Орл позвонил моему другу и сказал, конечно же, я передам этот разговор своими словами, а не дословно. Итак, Орл сказал, есть такие вещи в жизни на которые у тебя никогда не будет ответа, но не начинай спрашивать «почему?». Потому что если ты начнешь это делать, то мышление «почему?» останется с тобою до конца твоих дней. А поскольку на некоторые «почему?», ты так и не найдешь ответа на этой земле, нужно просто довериться Богу. Могу поделиться с вами своим собственным свидетельством о том вирусе, который сейчас атакует людей по всему миру. Очень часто наше служение получает следующий вопрос. Почему некоторые люди справляются с ним, а другие сражаются, но не справляются? Приведу вам в пример мою маму, а потом расскажу свое мнение обо всем этом. У моей мамы начались очень странные симптомы. Она думала, что это просто грипп, и поэтому неделю лечилась дома. В конце концов мы отвезли ее на анализы, и оказалось, что у нее коронавирус. Она сказала, позвольте мне пойти домой. Насколько я знаю, она ничего не принимала и ничего не делала, чтобы хоть как-то помочь себе. Однажды я приехал к ней и сказал, мама, тебе становится хуже, ты тяжело дышишь, и вот как какие у тебя есть варианты. Ты либо отправишься в больницу, чтобы там тебе попытались помочь, либо ты отправишься на небо. Я не пытался грубить ей или обидеть ее. Я люблю свою маму. Ей 85 лет, и она мой самый преданный фанат. Конечно же, я хочу, чтобы она была рядом. Мама легла в больницу, и через несколько недель ей стало лучшим. И вот во вторник вечером, мы сидим на служении и звонит телефон моей жены. На собрании жена никогда не смотрит на телефон. Но поскольку мама тогда была в больнице, мы всегда держали телефон при себе. И так она посмотрела и сказала, дважды звонили из больницы. После она вызвала меня в коридор и сказала, у твоей мамы был инфаркт, она отключилась на 10 минут, но они запустили ее сердце. Они говорят, чтобы мы ехали в больницу, потому что ей осталось недолго. Сейчас, если вы едете в реанимацию, то вам нужно надеть специальный костюм, маску, перчатки и так далее. Мы пришли в больницу, но я понимал, что ее уже с нами нет. Объясню вам почему. Это из моего личного опыта. Когда я разговаривал с ней, на мониторе ничего не менялось. Когда мой дедушка был в подобной полукоме, то когда я говорил с ним, его сердце начинало биться быстрее. Поэтому, глядя на все это, я сказал жене, когда у нее был сердечный приступ, она ушла на небо. Сейчас только машины поддерживают жизнь в ее теле. И в тот вечер она ушла к Господу. Давайте поговорим о другой стороне этой ситуации. Конечно же, я скучаю по маме. Я даже иногда хочу позвонить ей, но вспоминаю, что ее нет. Но послушайте, у моей мамы была сломана нога. Рука, ребро, ей меняли бедро, а также она потеряла часть зубов, и пока у нее стояли временные зубы, ей было очень сложно есть. Она пережила много боли, а также жутко скучала по моему отцу. Она не хотела, чтобы кто-то ухаживал за ней дома или в доме престарелых. Она никогда этого не хотела. Она была очень независимой. В свои 85 она сама приезжала на работу на машине. Я знал, что если качество жизни моей мамы упадет, то она скорее предпочтет уйти к Господу. Поэтому меня утешает то, что теперь у нее ничего не болит, и что до 85 она прожила прекрасную жизнь, и что мы снова с ней увидимся. То есть моя надежда на Господа. У нас может быть множество вопросов к Библии. К примеру, почему Стефан был забит камнями лишь за то, что он проповедовал Евангелие? А почему Иакова казнили, а Петра отпустили? Почему ангел спас Павла из тюрьмы, а затем он был казнен в тюрьме в Риме? Почему 11 апостолов умерли мученической смертью, а один Иоанн умер своей смертью и написал книгу Откровения? Послушайте меня внимательно. Я говорю это состраданием сердцем. На Земле сегодня происходит столько всего негативного, что новый меч, напоминаю, что это послание о новом мече врага. Этот новый меч на самом деле старый, но только обновленный. Это старый меч, потому что тысячелетиями люди в Библии спрашивали, почему. Они веками спрашивали, почему Бог допустил то или это. Поэтому в этом нет ничего нового. Но учитывая наши новые обстоятельства, сокращения, потерю работы. Вирус. Он был усовершенствован. Давид победил Голиафа с его оружием. Но когда следующий великан пришел с новым мечом, он чуть не погубил Давида. Я хочу сказать, что новое оружие — это почему? И это новое «почему» пытается заставить вас усомниться в благости Бога, разозлиться на Него за что-то или отвергнуть Божью благодать. А Библия говорит, что мы никогда не должны отвергать Божью благодать. Хочу дать вам несколько важных пунктов. Во-первых, вы прекрасно знаете, что мы с вами должны прощать людей, которые поступили с нами плохо, чтобы Бог простил нас. Но есть еще кое-что, о чем говорится не так часто. Вы должны прощать себя за глупости, которые вы совершили. Были случаи, когда мне нужно было простить себя за глупость. В-третьих, вам нужно простить Господа за то, что Он не сделал того, что вы от Него ожидали, или не вмешался в вашу ситуацию. Я хочу сказать, что вы можете испытывать горечь к Богу. Я знаю, что кому-то очень нужно это услышать. Хуже всего это, когда умирает ребенок. Есть много случаев, когда дети тонут, и родители винят себя в этом. Я знаю, что во время большого семейного праздника одной из семьи ребенок упал в колодец и утонул, потому что ограждение вокруг колодца было старым и хлипким. Но дело в том, что никто из нас не может вернуться назад и как-то изменить то, что произошло. Может, нам нужно было быть повнимательнее или мудрее, но мы все равно не можем отмотать эту ситуацию назад. Некоторые люди чувствуют вину за то, что заразили кого-то вирусом, и этот человек умер. Я пытаюсь сказать, что враг берет меч «почему?» и превращает его в меч гнева и досады. А его мечи всегда нацелены на то, чтобы лишиться вас веры и мужества. Он пытается сделать с вами то же, что и с Давидом, сделать вас слабым и немощным. Вера в первую очередь умирает в ваших устах, меняется ваше исповедание. Почему Бог допустил это? Я этого не понимаю. Затем она умирает в вашем разуме, а потом и в вашим сердцем. Я хочу сказать вам что-то, глядя вам в глаза. Я могу рассказать вам множество историй из моей жизни на эту тему, но на это просто нет времени. В вашей жизни будут происходить вещи, которые вы не понимаете, но тут включается доверие. Когда Иов потерял все, что у него было, он сказал о Боге, «Даже если он убьет меня, я не перестану доверять ему». Он смог так сказать, потому что позже он говорит, «Даже если черви съедят мое тело, в своем воскресшем теле я все равно увижу Бога. Это не помешает нам прийти на небо. Мы все равно окажемся там». Вы не можете печалиться, потому что однажды мы увидим Иисуса, а потом мы вместе с Ним вернемся сюда и будем царствовать вместе с Ним одну тысячу лет. Скажу вам то, что я говорил на похоронах одного из наших работников. Если бы я сказал вам, когда именно вознесется церковь, и вы знали бы, что я говорю вам правду, вы бы этому обрадовались или опечалились? Большинство было бы счастливым. Ура! Мы уходим отсюда! Но когда мы уходим из этой жизни, это тяжело для тех, кто здесь остается, потому что это разлука. Но это не вечная разлука для верующих. Если ваш близкий человек знал Господом, если умер ваш маленький ребенок, то он сейчас с Господом. Если вы будете следовать за Иисусом, то снова увидитесь с ним. Я понимаю, что это не облегчает боль разлуки. Я ужасно скучаю по маме. Я все еще скучаю по папе, хотя он ушел 11 лет назад. Когда у меня какие-то трудности, я хотел бы, чтобы папа был рядом, молился за меня, подсказывал и советовал мне. Но Бог моих родителей все еще со мной. Поэтому мне нечего бояться. Поэтому не позволяйте врагу поймать вас в ловушку ⁇ Почему? ⁇ Доверяйте Богу и говорите ⁇ Я пойму это позже ⁇ Это мое слово к вам на сегодня. Но никуда не уходите, потому что у меня есть для вас новое предложение и заключительное слово. Здравствуйте, это Пэристоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки из пророчества Авакума». Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ, РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Биллс поделится словом Иеремия пророк для наших дней. Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пэллы. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы, вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PS-CD за 65 долларов. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS-DVD за 95 долларов. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение, голос евангелизации, чтобы фестиваль Манным и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует, лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт. Или написать нам прямо сейчас, пусть Бог благословит вас обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериалом на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открытым, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередачах. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Сахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье, так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину Его Церковь. Это Оуэнсборо. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо, ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницу по воскресенье.